Хватит уже! Я пытаюсь сказать, что ваш антикролл ожил! Серьезно, он хочет поджарить мой мультик! А? О нет, Бен! Твои мультики непригодны в пищу! В них совсем нет вкуса! О, оживший антикролл! Тогда все ясно! Что ясно? А это за что? За то, что назвал его выдумкой! А? Как ты мог это сказать? А! Скройся, приставала! Ты обозвал меня приставалой, дедушка! Что? Нет-нет-нет, Гвен! Я имел в виду антикролла! Он есть! На дедушкином месте! Это правда! Он меня подставил! Поверь своему кузену! Ты серьезно влип, парень? Обидно, когда тебе никто не верит! Это сон. Все понятно. Я уснул за мультиками и... Куда делась ручка? Так тебе была нужна эта штука? О, как жаль, что я ее проглотил. А ну выгляни! Но как я мог ее съесть, если меня не существует? Ты злишься, что я назвал тебя выдумкой? Я был неправ. Прошу прощения, ты доволен? Нет, ты прав, я выдумка. Перестань крушить, развалюх! Прости, я плохо слышу своими выдуманными ушами. Ты сказал, заводи, развалюх! Представляешь, Бен назвал меня приставалой! Эй, Гвен, куда я мог деть ключ? Сколько в этой штуке лошадок? Попался! Решил передохнуть? Прокатимся с ветерком! О, извини, ты хотел порулить? Такая скорость мне по душе. Друзья, попрошу отойти в сторону. А развалюх в другую сторону. Водить в замедленном темпе куда приятней. Так, совершенно согласен. Что ты чувствуешь, когда я делаю так? Не понимаю. Тебя нельзя звать выдумкой, тебя нельзя звать настоящим. В чем твоя проблема? Проблема? Проблема у кого? У меня нет проблем. А вот у тебя, друг, проблем много. Так значит, выдумки — это скучно! Когда видишь то, чего не можешь понять, самый лучший выход — дать волю воображению! Согласен? Мне это ни к чему. Я могу дать волю своему Омнитриксу! Измени форму, себя не изменишь. А жалко. Не то мне не пришлось бы здесь торчать. К сожалению, для этого нужно кое-что помощнее, чем пришельские часики. И это воображение. Подумай об этом, Бен. Выдумки — это важная часть жизни! Ты что, смеешься? Это лекция о детских сказках? Спасибо, но воображение для детей! Чушь! Снова! Я сказал важное! Самолеты, медицина, компьютеры, даже мультики! Все они сначала были выдумками! Выдумки не для слабаков! А ты в плане воображения слабак!